Джума Джами в Кизлеве, Тахта Джами в Бахчисарае, Большая Ханская мечеть, Кадыр Джами, а также Айя София в Гурзуфе, которая осталась только на фотографиях. Эти прекрасные культовые сооружения перенесли на холсты участники арт-вечера мечети Крыма в музее Золоман. Мы решили выбрать мечети, самые основные мечети Крыма, красивые. Вот. Также есть мечети, которых нет уже у нас в нашей повседневной жизни. Они остались только на фотографиях. И мы решили просто напомнить людям, что у нас были такие красивые здания. Художница Нияра Джаферова делилась секретами мастерства с участниками, чтобы у каждого получилась удачная работа. На мастер-класс пришли не только ученики художественных школ, но и новички, чтобы провести приятное время, узнать что-то новое, открыть для себя новые возможности. Эмира Либариеву 9 лет. Сегодня он рисует Ханский дворец. Я занимаюсь 5 лет, и выбрала я эту мечеть, потому что она большая, много перспективы, и в целом она просто красивая. Наиля Меметова ходит в художественную школу с 6 лет. Я рисую Евпаторийскую мечеть, потому что она очень детализированная, красиво освещенная, очень много куполов, различных деталей, мне очень нравится. Такой мастер-класс в музее Золоман провели впервые. У организаторов много планов на будущее. Планируем чаще проводить музей. Также мы готовим картины не только на холстах. Хотим делать более разнообразными мастер-классы. Ну, например, рисунки на джинсовках тоже, возможно, тематические. Также на крымско-татарскую тему, культуру, чтобы как-то продвигать все это. Возможно, просто будем брать работы каких-то известных художников и также рисовать как на холстах, так и на одежде, максимально это выдвигать в народ, чтобы все это видели, всем это нравилось, и люди пытались интересоваться искусством. Каждый участник ответственно и с интересом подошел к созданию картины. Итогом мастер-класса стали яркие и неповторимые работы.